Итак, привет всем, ребята. Значит, это вторая часть. Мы будем смотреть мои старые видео. Значит, то, что я творил в детстве. Ну и то, что я творю сейчас. В общем, опять 10 видео таких выбрал, которые можно посмотреть, обсудить, поржать и еще. Так что вот, значит, тачки, вилка и ложка. Видео. Смотрим. Это тачки, вилка и ложка, пластмассы, лучше с них не есть. И тут сзади Каус. Спасибо за внимание. Лучше с них не есть, да, но не знаю, зачем я так сказал, но как бы я думал, что да, как бы я не знаю. Может, я сейчас я бы сказал бы то же самое, потому что здесь пластмасса такая, знаете, что хрен знает. А что в конце я сказал? Стоп. Стоп, что я сказал в конце? Короче, что-то сказал, в общем, поехали. Так, значит, еще такой моментик, значит, опять тачки, значит, я выбрал почти что много видео связано с тачками. Значит, мяч. Давайте посмотрим. Это Маккуин, мяч. Флэмин Маккуин, а тот лучше с первого мультика. Я с ним часто играюсь. Спасибо за внимание. Но то, что я с ним часто игрался, как-то всем до лампочки я поднимаю. На всем же до лампочки, да? Тебе тоже до лампочки, чувак, шлеп, да? На всех до лампочки. Вот. И на меня, да? Ну, я понял. Вот. Значит, ну, не знаю. В общем, такое видео, этот мячик, я его делал. Вот, ну, просмотр есть, то есть хорошо, нормально. То есть, ну, Это Маккуин. нормальное видео, так что приступаем и посмотрим. Получается, сейчас у нас будет, наверное, скорое самое то. Так что сейчас увидим. Значит, я тогда, как помните, стоп-моушены какие-то пытался делать, а здесь такой типа мини-мультик тоже что-то. Это просмотры, конечно, не очень. За 5 лет, грубо говоря, да? Ну, давайте глянем. Это мультик. Маккуин, давай разбудим. Значит, это я момент сделал с мультика, поэтому я решил такой сделать, раз в машинке есть трактор, есть, я думаю, давай сделаем такой мультик, давайте, вот, Ну, смотрим. давай. Что за... Подождите, это что это? Не, не это. Ну, давай. Ну, что это сейчас было? Ну, давай. Это как, это самое, хрюши, да? Но пипец. Хотя я сейчас уже сам сделал, я... Ну, давай. Ой, блин. То же самое, ты еще остался таким тоже. Да, типа смешно, смешно, потом не смешно, нифига, ё-ма. Вот, и всем пока. Обязательно надо было сказать всем пока. Можно было и не говорить, но ладно, это же я всегда могу фокус какой-то сделать. Так что дальше. А вот это видео очень такое, какое-то такое. Просмотров не так уж много, но я решил оставить, потому что некоторые такие примерно такого же вида я решил удалить. Потому что, ну уж честно, бред бредом. Здесь много дизлайков, там были какие-то плохие очень комментарии, поэтому я решил и удалить. Так, почему есть WWE, ё-моё, делает. Ну, ладно. Значит, мои очки от солнца, это было не от Hot Wheels, как я здесь сказал. Это просто были очки, и они просто похожи, как Hot Wheels, знаете, там всякие скелеты были, пламя, и поэтому смотрим. Маячки от Hot Wheels, от скелет Hot Wheels. От Hot Wheels. И вот я здесь себя первый раз показал, вы понимаете, я первый раз себя показал. Решил свое лицо спрятать, то есть, понимаете, вот это вот Синейшн, но уже пошло. Так что, вот. И вот, my channel is 06985. Thanks for watching. Goodbye. Yeah, Зачем я в конце сказал Yemen, или как я там сказал, я не знаю зачем. И, в общем, вы, наверное, спросите, ты же говоришь, английский не очень, а тут как бы вроде бы правильно все сказал. Знаете, как я это сделал? В общем, вот черные очки, да. Я взял такой, значит, написал на листочке, переводчик перевел, да, написал на листочке, и такое я мое читаю, да, зашибись, да, так что вот как я читал, и как я это все сказал без ошибок, без всяких этих, да, ошибок, все нормально. То есть вот теперь знаете, что у меня было. Так что дальше. Так, а это еще очередное мое чудо. В общем, без комментариев, смотрим. Что? Мяч? Какой мяч? Мяч. Мяч. Зоруша Ладно, смотрим. здесь мусорка. Гудита, согрей, мусорка. Чувак,
Слаймы в The акции. green мусорка. Мусорка по-английски будет этот самый, как его, trash, этот самый trash track, вроде бы так. Короче, как-то так вот, то есть я до сих пор не выучил. Смотрим дальше. Потом покажу. Мусорки. Обалдеть. Тонко. Это может тонко. Что тонко, ё-моё, тонко. Сейчас бы рифму сказал, но не хочу. Значит, чай. Значит, называем мы... К сожалению, эту мусорку выбросил. Вот, это очень печально. Я понимаю, что это всем пофиг, да, тебе тоже пофиг, так что не надо мне это говорить. Вот, и я мог бы ее продать и получить денежки. Да, и вот так они выходили, эти мусорки. Вот. Мусорки! Значит, Обалдеть, телефон упал или что? Желтая мусорка. И зеленая. Да. Хороший набор. Да, здесь я решил такую типа рекламу какую-то делать, типа вас ожидает в скором времени вот эта тема. Пятая серия, мини-фильм, покупайте ее. У меня вот этот. Ждите его. Нифига себе, как сказал. У меня... Ну ладно. И значит, вот чай... А это я решил, знаете, что сделать? У меня как бы все получилось с первого раза, но я решил сделать в конце, как будто у меня не получалось, а там это сделал с третьего раза. То есть вы понимаете, что я хотел делать, ё-моё? То есть вы понимаете, да? Что я пытался... Ну ладно, смотрим дальше. Ай, ну прям 20 раз мучился, первый раз так это. И это вообще вылетело, ё-моё, прям из... Ладно. Ну а почему у меня все падает? Посильное внимание просто. А что по... Сами догадайтесь, что. Вот это уже стоп-мошен был нормальный. То есть, когда был старый телефон, вот это вообще мне понравилось. Мне даже до сих пор это нравится. Так что, надеюсь, вы оцените, если хотите пересмотреть это уже сами. Вот, можете поставить еще лайк. Вот, смотрим. Надо стоп-мошен. То есть такая гоночка была, то есть я думаю, нормально для начала. Это я... What? No! Это, блин, слишком громко, он что-то орал. Значит, этот я момент решил взять из мультика, то есть помните, если кто смотрел «Тачки» первый мультик, да, там Кинг, это самое, перевернулся, там переломался, да, машина все помялась, и, в общем, Маквин помог, и Кинг выиграл. А тот зеленая машинка, не помню, как имя его, вот, значит, он как бы не очень был рад, поэтому я его так сделал. Так что нормально, вот, поехали дальше. Итак, значит, это вообще видео такое... То есть это, наверное, из самых странных видео. Наверное, это уже второе видео самое странное. Курица танцует. То есть, когда-то мы купили это, 4 года назад, да, здесь написано, все, я понимаю. Я говорю, когда-то мы купили, здесь все написано, кого обманывать. Вот, значит, здесь много дисак, не знаю почему. Этот шедевр вы должны, наоборот, пролайкать, понимаете, это шедевр. Это не то, что у других там, не знаю, что-то. Видите, вот курица танцует, вот здесь даже курица у них танцует, только у них мало просмотров, а у меня много, потому что я кто? Правильно. Вот, значит, я, да, известный человек, значит, вот здесь вообще это китайский мат, да, я согласен, тут я что-то говорил, один не понял, что он за хрень сейчас поставил, ну, в общем, давайте посмотрим, что же это. Итак, это супер курица, это супер бензопила, MP3 5.8. MP3 это плеер, так что я переборщил, ну ладно. Бензопила дружба, вот она такая сидит, танцует. И сейчас мы ее будем ее. Я раньше умею танцевать. И смотрите, что. Да, я уже того. Так что не надо тут это самое. Вот. Она меня убивает. Она ножик откинула. И теперь я. Вау, вот это откинула. Просто я решил взять. Вот, ручка, видите? Вот это откинуло, ну ладно. Дальше. Видите, слышите, она еще прыгает, пик, сколько. И сейчас мой любимый номер это
Keep in your face. Ага, как у нее это самое, это сломал ей это самое крылышко, если, блин, ничего не сделал. Видите, даже руку я трубу, все, goodbye. Goodbye. Вот эта концовка мне очень нравится. То есть, не знаю, как это голосок поменял, но в общем, ребята. Goodbye. Как вы понимаете, чем дальше, тем интереснее, да? Значит, здесь в чем интереснее? То есть уже качество. Чуть-чуть понормальнее, то есть фотоаппарат, да, значит, лайков 57 и дизлайков 150. Как я понимаю, 150 дизлайкеров, да, которым вообще ничего не интересно. Или что мне здесь не понравится, сейчас перемотаю это видео, значит, я типа пукнул. Нет, я не пукал. Вот. Так, от меня подписку здесь комментарии. Есть комментарии? Здесь комментарии есть? Вау! Ну ладно, идем дальше. Всем привет, с вами Зоро и... Фейерверк! И с вами... Зашибись начало, да? Вырезать я не мог, почему? Потому что у меня не было программы. Это уважительная причина, поймите. Я тогда был еще... А сейчас я чуть-чуть... Так что... Вот, давайте еще начало. Всем привет, с вами Зоро и... Да, я понимаю, начало очень хорошее. Фейерверк! Вот. Но это не я, сразу говорю. Честно, это не я вам не говорю. Я даже не улыбаюсь, это не я. Так что не надо. Это кто-то, но не я. Честно, это не я. И с вами Зоро. Да, то есть видите, какой я тогда, какой я сейчас. Тут я делаю перестановочку. Да, делаю перестановочку. Значит, как, вот, видите, какая перестановочка. Сейчас я уже вот здесь ничего у меня не стоит. Как вы видите, здесь половина наборов у меня уже нет. То есть я перепродал, грубо говоря. Так, что это? Вот тут коробки тут стоят. А, то есть бардак у меня. Да, я показывал инструкции. Я не знаю, почему здесь дизлайк. То есть всякие инструкции показывал, да. Типа не за 2012 год, а все инструкции. Как-то... Чё он тут болтал? Подпишись, это не очень трудно. Поставьте пальцы. Так, не надо. Во! Нет! Назад! Стоп! Ребят, значит, ставьте... пальцы. Да, убери! Стоп, сейчас, ребята, надо сделать обязательно. Пальцы. Пальцы. Вот такие пальцы ставьте. Так что... Вот, приступаем к следующему видео. Так, осталось еще два видео. Это девятое видео. Значит, первое видео Майнкрафт из бумаги. Алмазный шлем. Я увидел одного человека, у которого я не помню, и не важно. В общем, мне понравилось. И вот видите, 13-й год, то есть я уже 3 года, грубо говоря, это делаю. Вот, просмотров очень хорошо. Значит, ссылку, я не помню, какую ссылку, как я... Потом понял ссылку на развертку. Развертки сети можно найти в интернете, написать, не знаю, Майнкрафт из бумаги или Papercraft Майнкрафт, алмазный шлем, и вам выдадут всякие развертки. Так что, вот. Значит, что такое интер? Всем привет, с вами Зуру, и это новый проект Майнкрафт из бумаги. Я нашел одного канала развертку алмазного, ну, любого шлема, но я решил алмазный. Вот ссылка на развертку? Серьезно? Значит, вот такой алмазный шлем. Надо сейчас глянуть, я ребята, я за кадром есть. Сейчас гляну. То есть вот такая вот это, то есть какая... меня втянуло по самому эти. Так что осталось нам последний день, давайте мы это глянем. И вот, значит, последнее видео, это мой подкаст с новостями «Скоро в школу». То есть просмотры здесь есть, лайки, дизлайки есть, вот почти. Всем привет, с вами Зуру и... Да, да, вот, значит... Это еще будет один подкаст. Да. Я уже записал, что я хочу вам тут рассказать. Есть печальная новость, что уже завтра... Что это у тебя за волос торчит? Откуда осени? Ты его вообще взял, если приклеил? Я в школу не пойду, а пойду в... Придется учиться, хочешь не хочешь, придется. Вот, это первая новость. А что волосы так, торчат, не понять откуда? Что вам я скажу? Смотрю твои видео до конца. Вот напишите именно так. Да, вот мне тоже сейчас интересно. Вы смотрите мои видео до конца, а то я, может... Трендычу часами, ё-ма, а всего лишь вы смотрите из видео не 5 минут, а 5 секунд. И кому это трендычу? Ему что ли? Не знаю, тебе пофиг. Вот. Вот, значит. Вот.
Вот, значит, я понимаю, что я часто говорю вот, так что это может даже привычка. Так что такие дела. Хотел сказать, ладно, неважно. Или на какую-то одежду. Значит, я здесь что-то говорил. Что я здесь показал? А что я здесь показал, мне интересно. Здесь так валяется вовсю. Да, уже такого не валяется. Я сложил некоторые игрушки, которые я вообще просто не буду. Это я переложу вот сюда. Это я сниму еще. Вот это я уже снимал. Это поставить надо сюда. Вот, вот здесь вот так поставил. Были вот, времена, когда так стояло. Теперь все по-другому. Так что... Ребята, я думаю, вам такая рубрика понравится, то есть это вторая часть. Если вы хотите, чтобы была третья, естественно, с вас лайкусик, чтобы показать, что вам действительно нравится, вы хотите, чтобы быстрее. И так, может, мы дойдем до, может, до самых новых видео моих, и, может, даже мы еще и сравним, что даже лучше. А то, может, мне надо возвращаться назад и делать, как раньше было. Вот, так что... Спасибо за просмотр, надеюсь, вам эта рубрика нравится. Просто я хотел это сделать давно, но все было никак, поэтому я сделал это недавно. Вот, так что не забываем подписываться, ставить лайки, рекомендовать своим друзьям. Так что я стараюсь, когда у меня есть время, я снимаю видео, когда нет, значит, школа, еще что-то, ваши уроки сейчас задают, уроков задают по самой опе. И просто некогда даже отдохнуть и даже поиграть вообще. Полчаса даже невозможно. Так что все. Надеюсь, вам понравилось. Вам было не скучно. Что-то я здесь пытался. Человек в шляпе, он говорит тоже. Пока. Блин, что-то сказать привет. Но у него можно и пока и привет сказать. Мне может пофиг, да? Понятно. В общем, все. Всем спасибо и всем пока.